Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны-маршалы. На связи штаб игрового спецназа, смены связисты Ван Нагибатор, и мы продолжаем заполнять журнал отчета по делу Лего Пираты Карибского моря. У нас до сих пор первый фильм «Проклятие черной жемчужины», но уже третья глава. Вроде бы черная жемчужина атакует, если я не ошибаюсь. Вроде бы. Давайте я тут немножечко пофармлю бабосов. Так вот, не для небольшого разогрева. И пойдем дальше охотиться на черную жемчужину и золото, и проклятое золото Кортеса. Так, это у нас второй фильм. Вот. Сюда. Итак. Так, это у нас Тартуга. Черная жемчужина атакует. Давайте, начнем. Признаться честно, ребят, я вспоминаю свой предыдущий опыт прохождения этой миссии. Мне было очень трудно проходить данную миссию. Приходилось постоянно пользоваться подсказками, но я постараюсь пройти ее быстро, потому что, ну... Просто я там дико протупил, типа, куда нажимать, ну, то есть, что делать, типа, в какой последовательности и так далее. Так. Такой вот юмор, где они там прошерстили целый корабль. А, кстати, они должны были наоборот, типа, от носа, они к носу, чтобы вот так вот эпично перемахнуть через Гекский водопад. А Джека схватили. Ну, там, конечно, в фильме было не так. В фильме Джека там они спасли Элизабет уже на самом острове. И там Уилл оглушил Джека, сказал, что не хочет быть у него в качестве подмастерья. Типа, как бы... Блин, конечно, с одной стороны смешно, а с другой стороны стрёмный какой-то вот этот вот прикол про удлиняющуюся подзорную трубу. Так, Барбосса знает, что Уилл — это тот, кто им нужен. Черная жемчужина атакует. Крысы бегут с корабля. От ней ныкаются. Блин, а нафига он медальон туда повесил? Хотя в фильме там было похожее. Типа, только там оставили в этом... его в самой каюте. Откуда они слона-то нашли? Они пытаются, типа, оторваться, скинув лишний груз, но из-за тупости Элизабета они только нарвались, сильнее нарвались на абордаж. Джек пытается сказать: «Я здесь, пацаны, выручайте!» Так, давайте начнем. Так, у нас тут целая... Ой, давай. Гипс, выручай, давай. Есть. Чиним пушку. Так, тут нам надо уничтожать эти... Ой. Так, Уилл, спасибо. Уничтожайте решетки, чтобы... То есть, я там... Так, давай. Тут у нас почти весь набор персонажей с предыдущей миссии. Так, давайте-ка. Давайте мы тут сначала зачистим все в плане денег. Так, давайте тут тоже поднимемся, посмотрим, что тут да как. Так, тут нужен Марти с его пушкой. Ой, что-то мы, похоже, лестницу разрушили. Так, Марти, Марти, иди сюда, ты нам тут нужен. Отлично. А ну пошел вон отсюда. Так, бутылочка. Отлично. Тут мы штурвал вынесли. Так, давайте тут дальше разрушать. Буянить. Мы пираты, творим, что хотим.
Так, Уилл, молодец. А защищаешь меня пока? Я тут все зачищаю. Так, тут у нас вроде бы все мы сделали. А, тут все уже. Так. Так, пушку. Так, пушка. Так. Так, первая решетка готова. Так, до остальных мы не дотягиваемся. Тогда выходим. Выходим. Так, окей. Следующая пушка. Так, дотягиваемся до этой. Так, минус окно. Так, Дже, осталось еще 4. Так, выходи. Так, открыл-то вот эта хрень. Так, открылся трюм. Давайте спускаемся в таком случае. Вот, блин, не помню, то ли здесь, то ли как раз-таки в другом моменте, где мы должны искать медальон под водой. Не помню. Так, тут нужны русалки со своим пением, чтобы мы смогли разбить стекло. Или певец какой-то, я не помню, который будет в последнем фильме. Он тоже, типа, поет и может, типа, ломать стекло. Так, давайте тут. О, долбанули, так долбанули. Так, тут нам вроде бы нужен любой из персонажей или только Элизабет, не помню. А, да, любой из персонажей. Так, давайте тут проползем. Ага, мы тут плиточку сбросили. Ой. Так. Так, куда этот вентиль? Ага, сюда. Так, открываем еще один. Да, Уилл, блин, уйди! Сраза. Так, ага. Теперь у нас 2 орудия доступны. Давайте тогда мы тут полностью пройдем. Что тут да как? А, так, давайте-ка решетки. А, тут у нас еще клетчатую плитку мы сейчас должны собрать. Так. Чтобы мы могли там перетаскать чтобы мы могли поднять дуло орудия на палубу. Так. С одной стороны готово. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Так. Так, тут тоже нужно собрать. Так. Увернулся, видите ли. Если вы видели. Так. Вот вторая, кстати, часть плиток. Так. Тут еще можем в бочках прятаться, но, блин, не вижу в этом смысла, потому что... Так, давай-ка. Тут тоже плиточки снимем. Так, собираем. Так. Берем. Так, у нас тут 2 орудия вроде бы. Или одно. Так, есть. Так, еще вот эта часть плиток готова. Так, да, 2 орудия. Так, то есть еще минус 2 окна максимум. То есть минимум. Потому что максимум могут быть 4 окна. Или как? Так. Так, минус окно. Ага. То есть получается минус 2 окна. Ладно, погнали. Так, тут берем еще раз факел. Так, уйдите. А, у нас тут вроде бы... Ладно, сейчас посмотрим. Так, еще минус окно. Ай! А, вот. Так, ставим сюда. Так. А, точно. Это мы туда двигаем. А, Элизабет, спасибо, что помогаешь. Так, отлично. Мы подняли орудие.
на палубу и давайте тут. А, тут вот еще одна пушка. Так, как раз мы возьмем. Как раз вот тут одно орудие, наверху одно орудие, вот которое вот с зеленой основой. То есть с зеленой основой. Да, вот, кстати, вот опустилась лестница. Так, давайте-ка мы тут пробегаемся, посмотрим, еще, может, что-то забыли. Так, тут вроде бы все. С этой стороны вроде все сделали, да. Так, гипс, он там у нас стоит. Так, поднимаемся тогда наверх. Сейчас будет заруба, наверное, если я не ошибаюсь. Так, вот. Вот, сейчас мы соберем орудие и будем... и добьем последнее окно. То есть вынесем последнее окно. Ой. Ой, тихо. Так, давай. Целься. Так, вот оно. Готово. А вот и Джек. Хе. Конечно, в фильме было намного смешнее, чем, типа, как его... Как его, ядро прилетает прямо в окно к нему, и он такой: «Перестаньте ломать мой корабль!» А тут... Кстати, очень смешно, как его, типа, перебросили, типа, в пушку зарядили, как в мультиках, типа, делают. Так, у нас корабль потихонечку начинает... Ага, сейчас они пойдут на абордаж. Так, медальон падает, корабль тоже потихонечку идет ко дну. Так, погнали, давайте тут ломать все, крушить. Так... Я так думаю, ну, надеюсь, что мы истинного пирата, или как это, авантюриста, получим в этой, хотя бы в этой миссии. Потому что в предыдущие две миссии что-то как-то не сдались у меня в плане этого звания. Но тут вот уже, смотрите, уже 90% мы уже собрали. Так. Так, тут у нас... Ага. Так, давайте соберем. Так, будем делать все, что можем. Так. Так, минус первый. Так, тут мы все сделали. Тогда спрыгиваем вниз. Ой! Так, для погружения нажмите К. Ну, это я помню что-то про погружение, но это потом, потом. Потому что нам нужно сначала поднять решетку. А, вот настоящий пират. Аллилуйя. Хотя бы здесь мы его собрали. Я, кстати, забыл, что у нас это не конец миссии. Потому что я еще, когда играл, я думал, что конец, а оказывается нет. У нас ждет очередной мини-босс-файт. Только угадайте с кем? С мартышкой капитана Барбосы. Это, конечно, смешно. Типа, мы будем драться с мартышкой. Так... Так, тут у нас еще одно орудие есть. Мы можем его тоже активировать. Давайте тогда посмотрим, сможем ли мы его активировать. Так, сейчас мы тут все разрушим, что можно разрушить. Лишние бабосы нам не помешают. Будем закупимся на них персонажи, если, конечно, появятся они в порте. В порту, точнее. Так, тут есть у нас какая-нибудь... как факел есть? Мне факел нужен. Так, факела нету. Ладно, спускаемся назад. Так, тут нету. Так, погружаемся. Ой, тихо. Ай! Так, тихо. Да блин. А, вот в этом была проблема, что... Да, блин, не успел. Да, блин. Уилл! Блин, не успел опять. Ну да ладно. Так. Давайте тогда, Джек, попробуй ты. Опять. Ну да ладно. Так, давай.
Так. А, бочки, блин! Я ж забыл. Так, ой, тихо. Джей. Блин, я ж забыл, ребята. Мы ж можем бочками воспользоваться-то, блин. Как в первом фильме. Это, блин, ну вот у меня, когда я в первый раз играл в данную игру, вот у меня точно так же, типа, как, блин, как вот, там же ограниченное количество воздуха, вот вся вот эта хрень. Оказывается, надо было, блин, бочкой воспользоваться. Так, всплываем. Так, так, это мы толкаем. И... Так, снова под бочку, ребят, давайте-ка. Потому что, так, под бочку. Погружаемся. И, так, вылезаем из-под бочки. И поплыли. Вот как надо было. А то я, блин, дурак, не знаю, сколько, там, не помню, сколько времени, типа, там, помирал, всплывал, погружался. Так, медальончик. Ой. А вот, кстати, наш мини-босс. Мартышка! Как в этих... как там этого... В фильме Джек такой... Мартышка! И, то есть, типа... Мартышка! Вот как... А в этом... Вследствие ведут колобки. Этот шеф такой... Мартышка? Так. Так. Есть там... Так, гипс. Нам срочно нужен гипс. Чини! Чини, родной. Так, готово. Так, 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 уходим. Ну, то есть, блин, с пистолетом носится. Так, что тут у нас? Так. И почему очень, конечно, ребят, странно то, что в... Если в «Индиане Джонсе», кстати, стекла можно было разбивать криком, женским криком, то вот тут именно нужно сиренами разбивать. Ну да ладно. Так. А, тут нам нужен Джек. Так, Джек, иди сюда. Ай! Блин, долбанули. Джек, бегом сюда. Капитан Джек Воробей. Так... А, тут я тоже, кстати, ребят, помню, не раз фейлил на этих... На мачтах. Так, сюда. А, тихо. Вот именно про это я вам и говорил. Что, блин, не раз сваливался. Так. Так, мартышка, иди сюда. Так, подожди-ка. А что это за хрень у нас тут? Так. А, бочку. Фу-то, бутылку можем тут найти. Ага. Вот, вторая из 10. Ну, это уже стандартно. Типа, мы находим каждый раз. Ага, так, ящичек. Что у нас там в ящике, я уже не помню. Ай! Так, а! Блин, а! Долбанули опять. Хватаю. Ай, да блин, пусти! Зараза. Нет, 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 пусти! Да пустите, говорят! Да блин, опять больно. Больно же! Так, давайте соберем быстренько. Пока... Ай, тихо, тихо, кому говорю? Так, вот тебе получи. Тоже получи. Вот тебе тоже получи. Так. А, кстати, бочку. Нам нужна бочка. Нужна. Так. А, блин. Блин, а где, блин, тут эта бочка качающаяся, блин? А, вон, нашел. Так, запрыгиваем. Кстати, там на лодке будет очередной секретик. Так, поднимаем лодку. Так. Так, рубим.
А, не рубим? А, это у нас еще один ящик. Ладно. Ай, блин, банан прилетел. Соси банан. Так, и у нас тут рычаг. Крутим, вертим. Так, есть. Тут нужна нам Элизабет. Прыгай. Так, прыжок, еще прыжок. Так, похватаемся. Ой, тихо. Чуть не свалились. Так, тут у нас что-то когда как... Ой, нет, нет. Нам... Ай, да блин, не хватайся. Так, что тут у нас? Тут у нас ничего нету в плане каких-то необычностей. Ой! Так, мартышка, получи. Мартышка? Мартышка! О, получи! Есть! Готово! Блин. А как нам теперь... А, блин, надо теперь как-то попытаться... Блин, куды? Куды тебе черт несет, Элизабет? Так. Так. А, во. Ну, почти как его, как планировал, но да ладно. Ну, то есть, главное, что мы смогли активировать нужную катсценку. Нет, она визжит, потому что там Уилл Тернер. Да и Барбоса тоже задумается. А, нам нужен Уилл. А он, во, живой чертяка. И герои, и злодеи радуются этому. Как мило. Хотя, с другой стороны, они же все равно будут вместе. Нет, я герой. Ну что... А, там как там высаживали Джека и Элизабет на необитаемый остров. Пока! В фильме, конечно, Барбоса вроде бы платье забрал, а тут оно просто слетело с Элизабет, да. Ну, такая юмор. Так, черная жемчужина атакует. Эпизод пройден. Так, Джек Воробей жилетка. Элизабет Суон. Ага, два персонажа всего лишь. Ну, окей. Кстати, странно, что в этой игре не сделали персонажа-мартышку. То есть вот эту вот ручную обезьянку... Барбосы, типа, тоже новым персонажем. Хотя просто как-то странно немножко, что она есть в качестве босса, а в качестве персонажа это как-то, ну не знаю, ну как немножечко несправедливо. Хотя, с другой стороны, чем мордышка там была бы хороша? И играли бы за нее вообще люди. Ладно, давайте вернемся в порт, и там мы закончим данную серию. Опять вот типичная загрузочка противостояния Джека и Барбосы. Точнее, Джека и Гектора. Во. Его зовут Гектор Барбоса. Не понимаю почему, но мне, блин, как-то нравится имя Гектор. Типа, вот как-то, ну не знаю, так есть чувство. Есть какая-то брутальность и такое, как бы, ну. Брутальность и мужество, и такая немножечко даже гордость за такое имя. Типа Гектор! Меня звать Гектор. Так, ну что тут, давайте посмотрим. А, у нас... Ну, кстати, ребят, мы можем... Я через денек как раз вот буду записывать дальше «Пиратов Карибского моря». И как раз можем закончить, наверное. Типа вот две миссии. Так, сколько у нас тут? 1, 2, 3, 4, 5. Тоже пятерка. А, вот можем, кстати, так... А, так я ж так и буду снимать, типа... Сначала, вот как и было у меня, типа, миссия из пиратов, миссия из Властелина Кольца, потом две миссии из пиратов, две миссии из Властелина Кольца, так. Так, у нас тут, вон, новые персонажи, кстати, появились. Только это... Так, окей. Ой, так, ой, блин, в воде убили. Блин, не-не-не-не-не-не. Блин, убили.
Ну, давайте сейчас поохотимся немножечко на этого персонажа. Так. Так, ну давайте тут тоже поразрушим это. Так. Интересно, появятся ли они опять? Или мне их... Или... Как мне поступить-то? Ловить их, что ли? Или не ловить? Ну, ладно, ребят. Думаю, на этом стоит завершить нам серию. Ладно, этих персонажей я поймаю как-нибудь... А, вот. Блин. Теперь он... Ну, ладно. Думаю, на этом у меня тогда все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Конец связи.